Привет, молодежь. Грузия Гудаури. Это на параплане, меня зовут Анатолий. Как тебя зовут? Родион. Это Родион. Мы готовы. Всем привет. Мощно тоже в камеру. Да, ты тоже можешь. Пабло, блогом позанимаюсь. Давай я теперь попробую. Да? Ну, пара блогеров. Зараза, косой. Все, я готов. Да подожди, видишь, запад чистый. Прям в лицо дует, падла. Шимпанзерик. В принципе, это не сильно мешает. Только вот такое направление, понял? Все. Вот угу. На 30, на 40-50 градусов. Так, да? Готово? Да. Погнали. Бежать. Если остановил, Скоремся. Сел. Улица. Хуу! Кайф! Как дела? Шикарно. Все, поднял. Шикарно, вообще просто дико. Видимость хорошая на самом деле. Несмотря на то, что солнце не дает. Я слышал тоже, да, летают много. Я Ялту обожаю. Да, вообще. Крутые места вообще. Я в Ялте маленький отдыхал, когда был с родителями вообще. Воспоминания классные. Да. Thank you.
температура еще. Просто покрутиться входит в стоимость или нет? Ага. Да, супер. Немножко кайфануть, да? Да. Удовольствие. Как удовольствие, я поймал. А то от плавного полета я зацелил. Первый раз мне нормально. Ну да, да. Да. Левый карабинчик. Идем. Итак, поздравляю. Спасибо. Сейчас мы покажем всю красоту местной живописи. Натурализм, точнее. О.